8 сентября всем знакам зодиака придется тщательно следить за своим поведением, чтобы сдержать вероятные вспышки гнева. Овны, ваш новый день ожидается напряженный и плодотворный. Если вы встанете пораньше и с самого утра настроитесь на рабочий лад, успеете выполнить все запланированные дела. Сильные эмоции могут помешать, поэтому надо стараться сохранять спокойствие и рационально подходить к проблемам. Тельцы. Легкое приятное общение перед работой поможет вам настроиться на активную деятельность и поднимет настроение. Дела, которые вы все время откладывали, решатся быстро и успешно. Вечер хорошо провести с любимыми людьми, обсудить общие планы, откровенно поговорить. Близнецы. Вас ждет удачный день, когда уровень энергии высок и есть возможность решить многие сложные вопросы, которые раньше были отложены. Звезды предупреждают о том, что в вашем окружении могут находиться завистники или люди, которые хотят вами манипулировать. Будьте внимательнее в общении. Раки. Не тратьте время зря. Наступает день, когда вы можете браться за самые сложные или неприятные дела. С успехом их решать. Есть вероятность, что 8 сентября вы разочаруетесь в ком-то близком, и вам придется решать, продолжать эти отношения или нет. Избегайте споров на повышенных тонах. Львы, вы можете предчувствовать исход дела, над которым работаете, а также определить, какие связи или отношения лучше закончить. Повремените с активной деятельностью, пока у вас не будет четкого плана и полной информации по интересующему вас вопросу. Девы, вам будет свойственен реалистичный взгляд на вещи и события, и некоторые из вас могут неожиданно разочароваться. Идеи или планы, которые вы долго вынашивали, привлекут внимание единомышленников или авторитетных, влиятельных людей. Они окажут вам необходимую поддержку. Весы, проведите утро расслабленно, постепенно втягиваясь в рабочий ритм. Начните с легких дел, вызывающих приятные эмоции. Днем предстоит сложная и напряженная работа. Вы можете получить неожиданное важное известие от незнакомых людей. Поэтому соглашайтесь на встречи, больше общайтесь. Скорпионы. Вы решительны и активны, легко добиваетесь своих целей. Однако проявляйте уважение к чужому мнению. Будьте дружелюбнее с окружающими, иначе можно испортить отношения или обидеть кого-то близкого. Новые знакомства окажутся интересными. Не отказывайтесь от приглашений и бесед. Стрельцы. Одинокие представители знака могут 8 сентября встретить свою половинку, поэтому больше разговаривайте с незнакомыми людьми и бывайте в публичных местах. Возможно, вашим близким понадобится поддержка. Старайтесь выделить время на личные нужды. Прислушивайтесь к советам или мнению окружающих. Козероги. Предложения, сделанные вам 8 сентября, будут перспективными и выгодными. Старайтесь быть на виду у начальства, проявлять инициативу, больше высказываться и встречаться с деловыми партнерами. Такая позиция будет оценена руководством и прибавит вам шансов на повышение по службе. Водолеи, у вас впереди удачный день, чтобы начать воплощение своих планов или заняться важными делами, которые давно ждут своего часа. Помощь коллег будет кстати, не стесняйтесь обращаться к ним, если что-то не получается с первого раза. Спешка вредна, старайтесь все делать размеренно, в удобном для вас ритме. Рыбы, вам будет сопутствовать удача, если вы решительны и последовательны в достижении своих целей. Не тратьте свое драгоценное время на бесполезные разговоры. Наверстать упущенное будет сложно. Знакомства окажутся приятными и полезными. Вероятно, интересная романтическая встреча. 8 сентября всем знакам зодиака необходимо сосредоточиться на решении текущих вопросов. Звезды знают, что говорят.